Здравствуйте, дорогие друзья. День третий. Третий же, да? Третий. Приехали посмотреть вот эту полянку. Там много находок было на том лужайке. Здесь что-то типа оврага. Продолжение церковной земли, и дорога сюда уходила. Здесь вечно грубая перепашка. Вот сейчас поймали момент, просто хотим посмотреть. Дальше уедем обратно на пашню колупаться, наверное, или еще куда-нибудь. Раздолье. Прям на ходу придумываю. Так что гуляйте вместе с нами. Походили там по стерне, очень сложно, высокая трава, кашка, ну, короче, не вел. Приехали к себе на поле на это. Вот так вот закрывается доступ до чешуи, до чешуйной полянки. Ездит кировец и льет навоз, ходить будет невозможно. Но пока еще не залил то место. Место осталось между двух заливок навозных. Вон он несется. Нет, там сейчас не надо ходить. Мы хотим здесь походить, потому что церковь вот, а здесь за лесом урочище распаханное. Возможно, что ходили здесь через это поле. Но на карте на Менде ничего нет. Ну, посмотрим. Может быть, и до Менде ходили, потому что здесь чешует сколько на этом поле. А это уже до Менде. Вон они, говноливки. А то картошка хорошая, кстати говоря. Очень вкусная картошка. Подножий корм. Так, пока находок, мягко говоря, не очень. Ну, вот такая пряжка красивая. Ух ты. Может, пряжку куда-нибудь надо пустить будет. Угу. Носик только заменить. Производство. Тачок 28-го года. У меня конина и пуговка. Вот с одного места. Шастали все равно здесь где-то. Только где? Сейчас посмотрим, положим. Так, друзья, что-то переехали мы к себе, к речке сюда, что-то нигде не прет. Жарко. Здесь тоже, правда, жарко. Но здесь хоть еще что за херня что-то такое попадается. Тоненькая Катя, наверное. Нет. Что это не Катя, это вообще какой-то жетон. Жетон. С двумя полосками. Нашли какую-то невинную. Раз полоска, два полоска. Здесь переворачиваю, раз, два и все. А что это? Либо это убитая монета, во что-то пытались переделать. Наверное. Очень на то похож. Игровую битку какую-нибудь делали. Монета-то здоровая. Что-то какие-то буквы здесь проступают. Хрен его знает, убитая. Что это такое. Что-то убитое, чем носили. Ой, да, по ней били-били. Били-били. Какая-то монета. Двушка эта павловская была. Скорее всего. Там на двоечку, на цифру. Жаль, хорошая плюшка. Будем ходить здесь. Медный бунт выскочил. Что-то еле вызвонил среди железячек. Спустились к речке. Улёк деньга. Я, кстати, не снимал, не спускался к реке. Ну ты повыше, да, я крестик вот возле реки сейчас покажу. Ну какой же стандартный. Стандартненький, естественно. Вот такой вот. Здесь по этим полям можно ходить вечно, наверное. С учетом того, что их при нас ни разу не пахали. То ли одна вторая, то ли одна четвертая копеечка с серебром не вижу. Одна вторая, наверное. И еще один крестик выскочил небольшой. Да, сегодня какой-то тяжелый носкоп. Еле ползаем. Рядом с крестиком деньга в двух метрах. Пойдет. Так, ветер хороший такой поднялся. Прохладно. Екатерина вторая, по-моему. Вода у Любы. Ну да, вензели. То ли Лизу, то ли Катю. Пойдет.
Волошечка. Хотели меди пособирать. Вот, дедушка нам медь дает. Объезжаем пенаты. А, кружится. Мышей ловит. Третий. Да, мышь прямо из-под лопат выходит. Да много, да. Третий крестик уже сегодня такого плана. Вот такой малюсенький. Тебе побольше будет. И следующий сигнальчик — деньга. Вот не видно. 48-й, по-моему. Чего день начался, там и закончился. Приехали на пашню. Здесь навоз подсох. А вон черная полоса, он свежего налил. Там невозможно ходить. Здесь нормально. Смотрите, какой красавчик вывалился. Толстенький. Она. Обалденный. Входим до заката. Следующий сигнальчик — копеечка Николаевского образца, убитенькая. Так, солнце садится, да. Вот все, что мы сегодня, к сожалению, наковыряли. 4 креста и куча медных монеток непонятных. Ну все непонятных. Вот это деньга. Это тоже деньги. 3 года на этом поле колупаемся, сейчас расскажу. Прикол. Стоим сейчас. Там въезд на поле. Заезжает буханка. На двери герб какой-то нарисован. Думаю, может, менты или зеленая буханка. Думаю, наверное, вояки. Ну, не видно номеров. Нифига. Короче, департамент охраны природы пользуется. Что-то трым-пым-пым. Здесь, говорит, нельзя. Я говорю, а что нельзя? Ничего нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, здесь заказник 68-го года. Я говорю, ни разу, ни табличек никогда не было. Я говорю, а их же пашут, эти поля. Пахать можно. Я говорю, а мусор собирать с них нельзя. Он: не, нельзя. Это земли сельхозназначения. Люди, объясните мне, общее есть что-то между сельхозназначением и заказником? Насколько я понимаю, в заказнике нельзя ничего делать, и пахать в том числе. В итоге что-то побурчал и уехал. Чуди. Странно. Персонаж. Ничего нельзя. Я говорю, ну ладно. При этом территорию обозначил немеренную. Ну, 20 км, да. Вот. Да. На этой территории стоит куча деревень с кучей сельхозов. Да, здесь фермы одни сплошные, и тракторами хреначат эти поля по 4 раза в год. Ладно, бог с ним. Короче, вот так мы сегодня походили. На этом прощаемся. Всем пока.